Длинная передача. Уилсон. Воронков. Хотел вперед. Открылась линия для паса на пятак. Момент. И Хичнеров дубль оформляет. 3-3. Причем дубль получается за 40 секунд. Если не меньше. Но там было, да, 2:06. А сейчас минута 27. Ну, то есть меньше получается. 39 секунд. Да. Да. На две шайбы, видите, потратил. Но вот такой вот у нас сегодня матч получается. Интересно. Более чем достаточно. Вчера соперники. Всего одна шайба была. Да. А тут две сразу. В одном матче с интервалом в 39 секунд. И какие важны. Да.